третий отборочный тур. Осенний тур, что где, когда? Вроде 7-7. Так к Уильяму Тернеру очень часто обращались молодые художники с вопросом, как следует писать картину. И ответ Тернера обычно совпадал с его полотном, которое он написал в 1927 году. Назовите это произведение. Время. Какой год? 1927. Я поздравляю. Все знают мультфильм. Следующий вопрос. Будучи еще в советские времена, в командировке в Японии, один специалист, советский специалист, обратил внимание, что там на предприятии, помимо материального стимулирования, распространено поощрение славы. Всевозможные доски почета и тому подобное. Однажды, подойдя к такому стенду, где, видимо, увешивались фотографии каких-то победителей, каких-то соревнований, он обратил внимание на то, что там были фотографии двух типов. Одни размещались наверху стенда и скапливались к низу, а вторые фотографии размещались снизу стенда и, получается, росли наверх. Кому соответствовали фотографии каждого типа? Время. Фамилия человека, да? Да, фамилия человека, с которым этот ряд должен ассоциироваться. Именно фамилию? Именно фамилию. Я прошу Анастасию раздать фотографию. Ну это не черный ящик, к сожалению. Так. В подписи к фотографии упоминаются скала. Такая и эдакая. Какие слова я заменила на такая и эдакая? Время. Есть побольше, косая сажень. Она равна расстоянию от левой пятки до конца поднятой правой руки. Ну или наоборот. Неважно. Можно представить, что ими измеряли. А вот что измеряли круглой и что толстой сажень? Вопрос про Новый год. Под Новый год древние римляне дарили друг другу подарки с символическим значением. Так золото было символом богатства, а светильник – символом солнца. Какой подарок был символом приятной жизни? Если известно, что один очень известный персонаж собирался это подарить, но не подарил. Привет. Так, золото – символ богатства, светильник – символ солнца. А что же является символом приятной жизни? Итак, из 36 вопросов, 5 вопросов разгадала команда КПРФ. Мы вас поздравляем. Я слышала радость всегда, когда выбор отгадывал, а молодежный совет не отгадывал.